Вот. Иду это я, значит, в пятницу по шестой линии к Рюнелю вечером. Прекрасный вечер, типа, все хорошо. Все вроде нормально, кругом птички поют, пьяные падают. Короче, все как всегда. И вдруг... Вот. И вдруг на почти на перекрестке с малым слышу звон стекла. Потом жуткий вопль, и вдруг вылетает Рюнель, как из пробки, и уносит. Лопатый, извини, не могу сейчас, потом. Хорошо, потом, извини, надо бежать. И значит, бегом от меня, как из пробки. Субботы, выходные, его вообще не нашел. В понедельник на работе не появлялся, к телефону не подходит, прячется. Может, он натворил чего-то антиобщественное, а? Не, я думаю, это что-то с сексом связанное. Ну что, он слышно, что слышно? Тут какие-то охи, Какие там еще охи? Я же говорил тебе, что такое с сексом связанное. Не, это что-то очень антиобщественное. Думаешь, постучаться? Да сто раз уже стучался, голяк. Масянь, проснись. Да не, я не спятил. Я сейчас только что на улице Хрюнделя видел. В ночную аптеку бегал. Я же говорю, антиобщественное что-то. Дурак ты, лохматый. Как раз ясно, что это что-то с сексом связанное. Ой, да ну тебя. Человека спасать надо, это явно, это видно. Привязывай. А ты точно знаешь, что его окно именно здесь, а? А то коньяк-то не дешевый, знаешь ли. А тут, точняк. Все, давай. Готово, давай, опускай. Ну, смотри, а то знаешь... Нет, ведь хмырь не откажется. Чё-то не клюет нифига. Надо было на закате, наверное. О, подсекай, давай, подсекай. Тяну. Чё-то тяжёлый такой. Чего такое, лохматый? Это резиновая перчатка, набитая мукой. Вижу. А значит, это чего? Типа спасибо, что ли? Думаю, это что-то антиобщественное. А я все-таки думаю, это как-то вот с сексом связано. Отзывай! Отзывай, собака! Мы точно знаем, что ты здесь! Ну, пошли, что ли? Ну так ты сразу и сказал бы так, что зуб болит. Мы же волнуемся там. Думали, ты вот что-то там такое антиобщественное записался. Да, дураки, блин. Ну давай, пошли к врачу. Пошли. А ну пошли, тебе говорят. Вот поэтому я и не хотел вам говорить, вы же гады такие. Держи его! Давай, лохматый, ее потащи быстрее, ты не знаешь его, давай быстрее. Так, кто здесь Буйного привел? Мы, кажется, это... Он через окно ушел. Да. Окей, ну давай уговор. Ради нас, сходи к доктору, а мы для тебя тоже что-нибудь такое решительное сделаем. Вот что хочешь сделаем, давай. Даже антиобщественное? Ну, конечно, и даже... нет, только антиобщественное. Жизнь, какое счастье! Хочется какую-нибудь большую охрененную веселуху забабахать! А кто мне, кстати, обещал, а? Решительное что-то, давай! Чего ты там такое удумал, изувер? Эх, Масяня, в кутузке мы с тобой за это окажемся! Чего особо вредного мы не делаем! Просто выполняем обещание, лохматый! Слово не воробей! Лучше бы оно было воробьем! Где он только такие колонки охрененные взял? Фух, ну что, лохматые, где Маша не пропадала, понеслась, перекрестясь, вырубай!